Новые круглые ямы вас ждут в сегодняшнем видеоролике. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим на новые ямы в Майнкрафте. Круглого размера, вот такие вот интересненькие. Много классных персонажей, давайте быстренько пролетимся, посмотрим. Это у нас Венсдей, красный вот такой миньончик. Походу он выглядит добрым, надеюсь, так и есть. Мама длинные ноги, желтый. Это у нас Человек-паук, Охотник Тим, голубой радужный друг. Тут еще вот зеленый, синий тоже. Ну и это у нас добрая Анжела. Ну что ж, я даже не знаю, кому из них отправятся. Все такие классные, крутые. Давайте, наверное, начнем с самого первого и пойдем к Венсдей. Сегодня всех этих персонажей увидим. Погнали к Венсдей в портальчик через круглую яму. Ух ты, Венсдей, приветик! Ничего себе, страшные тут монстры у тебя. Да, привет, Зомбак. Ой, да, я даже не знаю, как до них добраться. Они тут разными уровнями закрыли проходы, и что пройти, ну, я даже не знаю, что надо сделать, помоги. Слушай, я попробую тебе помочь, там много разных реально уровней этих скибиди туалетов. Хорошо, Венсдей, давай погнали за мной, мы вместе будем проходить. Доски? Я понял, что нам от нас требуется, ребята. Тут есть верстак и палочки и доски, то есть мы можем сделать себе, например, кирку или топорик. Ладно, попробуем кирку сделать. О, отлично. Первый уровень самый легкий. Здесь у нас белое стекло. Его мы можем сломать обычной деревянной киркой. Венсдей, погнали за мной. Не потеряйся. Погнали биться с этими монстрами. На тебе, полицейский скибиди туалет. Так, Венсдей уже прошла за мной. Отлично. Пойдем за мной дальше. А, здесь еще сундук. Золото. Теперь мне из золота крафтить, что ли? Хорошо, давайте сделаем себе золотую кирку. Возможно, дальше она нам понадобится. А, здесь уже, смотрите, оранжевое стекло. Его надо ломать золотой киркой. Отлично, хорошо. Так, все, понял. Сейчас мы тут проломаем себе проход. Венсдей, не потеряйся, пошли со мной. Так, и вот эту вот стиральную машину скибиди тоже надо будет одолеть. Получай. Отлично, Венсдей, ты там останешься, что ли? Наверное, я дальше не пойду, у тебя и самого хорошо получается. О, ну ладно, как знаешь. Хорошо, пойду тогда дальше один. Погнали, ребятки. Так, с третий уровень, и здесь у нас фиолетовое стекло. Скорее всего, его не возьмет. Да, золотая кирка его сломать не может, поэтому мы берем железо и делаем себе железную кирку. Так, крафтим. Давайте палочки сюда. И, соответственно, железная кирка. Да, вот, железной киркой уже полегче. Смотрите, как все проломал. Так, теперь вот белое стекло самое легкое. Ну чё, здорово, райский туалет. На, это вы напали на Венсдей, да? Получайте, монстры. Сейчас я вам всех тут одолею. Так, еще один уровень. Алмазы, целый стак. Нет, пол стака, но этого нам достаточно, чтобы сделать себе кирку. И мне еще даже останется на, ну, алмазы себе. То есть 24 алмаза мы еще нафармили. Это очень круто, ребята. Я из них могу себе алмазную броню еще сделать. Думаю, прекрасно мы тут... Ой, я застрял. Надо вот здесь еще было прокопаться. Вот, там, кстати, портал. Нам нужно в него прыгнуть, но сначала нужно пройти последний уровень защиты этих скибиди-монстров. Ух ты, здесь назеритовая кирка. Она двухслойная. Какая крутая, ребята. Вы посмотрите. Такую кирку хотите себе в Майнкрафте? О, если да, ставьте лайк. Она получается круче, чем алмазная. Ну-ка. Ух, она проломает. Да, это у нас зеленое стекло, самое защищенное. И оно спокойненько ломается вот такой вот назеритовой киркой. Я ее оставлю, наверное, себе. И плюс еще алмазы, золото и железо нафармили. Просто класс, ребят. Погнали дальше. О, миньончик, привет. Как поживаешь? Плохо, у меня все очень плохо. Я объелся этих грибов, и теперь у меня краснуха. Фу. Какая краснуха? Ты вот эти грибы съел? Зачем? Это ж мухоморы, их нельзя кушать, миньон. Ну я знал, что ли. Вот тут теперь болею. Ах, миньон. Давай-ка я попробую найти тебе какое-нибудь лекарство или что-нибудь такое. Чем тебя можно вылечить-то? Ну, есть там красные цветы большие. И говорят, если их понюхать, то станешь обратно нормальным.
А, то есть они вылечат тебя от мухоморов? Хорошо, сейчас принесу. Так, где тут красные цветы? Ой, Кельвели, Хаги-паучок. Ладно, с ними мы тоже попытаемся справиться. А, не переживай, миньон, я тебя спасу. Так, давайте-ка. А я сперва подумал, вдруг этот миньон вообще злой. Но он просто объелся мухоморов. Да, мухоморы есть нельзя, ребят. Никогда к ним не прикасайтесь. Это вредные грибы. Не просто вредные, они отравленные. Так что такие грибы есть точно нельзя. Так, перепрыгиваем сюда и... Ага, ТВ-мен. Чё, опять ты пришел, да, монстр злой? Ну давай. О, кстати, те самые красные цветочки. Надо их принести будет миньону. Сейчас мы их всех пособираем и отнесем миньону. Я думаю, что ему это поможет. Так, отлично. Вот у нас первый красный цветочек. Давайте попробуем все остальные собрать. Розовые цветы нам не нужны. Они, наверное, нужны от других противных грибов. А вот красные нужны от мухоморов. Так, давайте попробуем теперь отнести их к миньончику. Так, миньон, дружище, я тебе сейчас цветы принес. На, вот, понюхай, они должны тебе помочь. Так, ну-ка. Ой, как вкусно. О, кажется, помогло. Хе-хе, я снова миньон. Ура, зомбак, спасибо большое тебе, ты самый лучший. Да не за что, вот, на, держи, в карман положи эти цветочки, никому не отдавай. Ой, на, держи еще раз. Если, больше не трогай эти грибы, они очень плохие, ладно? Все, я пошел дальше смотреть, что там еще. Ух ты, смотрите, это Человек-паук! Ой, его кусают монстры! Человек-паук, давай, я тебе помогу! Он сам дерется с монстрами, смотрите, победил всех радужных друзей! Эй, приветик! Да, здорово, зомбак! Ой, помоги мне, пожалуйста, смотри, это дом у Нубика. Его всего разломали эти радужные друзья. Смотри, со всех сторон. Вот здесь окна разбили, здесь все поломали, стены. Ах, помоги, пожалуйста, восстановить, а я пойду спасать мир. Пока-пока, зомбак, удачи тебе. Я погнал. Ну давай, ладно, хорошо, Человек-паук. Блин, разрушили эти монстры весь дом. Может быть тут... О, блоки есть и дверь. Хорошо, сейчас попробуем восстановить. Пушки пока что отложим. Возьмем себе стак дерева, стак стекла и деревянную дверь. Ну это, я думаю, что несложно будет восстановить. Я, в принципе, мастер и не такие дома строил. Так, это мы с другой стороны поставим. Сюда стекло вот так вот красиво. Сюда вот уже по красоте, да, думаю, вот здесь вот так было, да. Сюда, здесь у нас окошко. Надо восстановить дом, потому что Нубик обидится, если у него будет весь разломанный дом. Он скажет, ну как так, ну я так долго его строил. Вот такой красивый дом получился у Нубика, он обязательно должен быть восстановлен. Так, смотрите-ка, вот здесь вот так вот стекло сделаем. И здесь вот так, красота. Теперь осталось вот сюда поставить пару блоков. Все, дом восстановлен, только вот здесь, наверное, должно быть стекло, да, как вы думаете? Наверное, да, для красоты. Вот, все, шикарно. Дом полностью восстановлен, ребятки. Можно звать Нубика. Ну что ж, я пойду дальше. Погнали в портал. Так, где это я оказался? Ой, там голубой радужный друг. Прячемся, ребятки. Он меня, кажется, заметил. Он идет за мной. Так, стоп, что? Добрая Анжела? Том, Белла и Мистер Бист? Что он с вами сделал, ребят? Он поймал добрых ребят. Так, смотрите, он за нами следит. Он, кажется, сюда пришел проверять. Убегаем быстрее, прячемся. Кажется, голубой радужный друг поймал этих добрых персонажей. Давайте попробуем их спасти. Мистер Бист, погнали со мной. Так, аккуратно. Куда голубой делся? Где голубой радужный друг? Ага, он где-то там, наверное, да? Вон он идет опять проверять. Быстрее забираем Анжелу и сматываемся. Так, идем сюда. Том, погнали со мной. И вот это вот тоже забираем. Так, отлично. Пока он здесь. Так, смотрите, здесь у нас секретные двери. Наверное, нам нужно прыгнуть туда. Голубой радужный друг побежал проверять их всех. Надеюсь, он нас не заметит. Быстрее забегаем сюда. О, топорик. Это нам поможет убежать. Закроемся пока что здесь. Белла. О, ее уже телепортировало в портал. Том, давайте, Анжела и Мистер Бист. Быстрее все, ребятки, убегайте в портал. Вам нужно срочно сматываться отсюда. Да, спасибо большое за помощь. Мы побежали дальше. Спасибо, что спас нас этого радужного друга.
Да не за что, конечно. А я пойду, ребятки. Так, ладно, давайте, друзья, оставайтесь здесь, быстрее убегайте в портал, пока он не вернулся. Такс, вон он, голубой радужный друг. Главное не попасться ему на глаза. Такс, берем топорик и быстренько сматываемся. Ха-ха, голубой друг, я убегу. Я поймал всех, я всех спас. Бе-бе-бе, убегаю в портал. Ух ты, стена. Куда поехала? Ребята, эта стена двигается? Что? Тут открылся сундук. А, рычаги. Что происходит, ребята? Эта стена сама двигается. Ой, здорово, Скибиди Туалет. Давай-ка я с тобой разберусь. Ты какой-то крейзи. Странноватый. Ой, там еще какой-то монстр. Это, кажется, Дейзи Цветочек. Такс, я, пожалуй, возьму себе пушечки. Тут двигающиеся стены. Ребят, я оказался в каком-то странном мирке. Ладно, попробуем пройти сперва вот сюда. Откроем эту дверь и побьем эту Дейзи. На, получи, монстр. Отлично, надо перезарядить пушечки. Яблоки. Классно. О, золото. Я, кажется, алмазы. Один стак себе возьму. Я, кажется, нашел секретный тайник. Хлебушек. Кушать не хотите, ребят? Я хлеб взял. Так, попробуем теперь пойти в эту сторону. У меня 6 еще рычагов осталось. Надеюсь, их хватит. А, я понял, что это такое. Здесь раздвигающиеся стены с паркуром. Да, я все больше удивляюсь. Но давайте сперва сходим сюда, ведь там, походу, Спанч Боб. Здорово, дружище! Да, спасибо, зомбак, что меня нашел и спас. Да, конечно, не за что. Давай я тебя отсюда вытащу. Так, что в сундуке? Золотые яблочки? Нет, это мне не надо. Отправим Спанч Боба в портал. Дружище, давай, убегай вон туда. Через портал, а я пойду дальше проходить испытания. Нас ждет еще очень много. Ну, вы видите, да, стена сама двигается. Так, ты, Спикермен. Его сейчас просто зажмет стеной. Смотрите-ка. Надеюсь, это поможет. Нет, вообще не помогло. Его не зажало, но мы его победили. Быстрее надо успеть пропрыгать, ребят, пока стены не задвинулись. Они идут на меня. Ух, смотрите. Меня чуть не сплющило. Да, страшновато тут находиться, конечно. Стены реально могли меня расплющить. На, получай, кисти-паучок. Отлично, я с ней разобрался. Так, о, здесь больше никого нет, но здесь есть портал. Побежали обратно. Возвращаемся, ребят, выпрыгиваем обратно. Вот такие у нас ямы получились. Надеюсь, это видео вам понравилось. Поддержите меня лайком и подпиской на мой канал. А с вами был Зомбак. И до новых встреч. Пока-пока.